Ты бежишь? А что это у тебя, Андрюш? Автобусы. Автобусы? Ну, после автобусы. Что это? Автобусы. Автобусы такие? Да. Сегодня у нас с вами вот такие вот прикольные автобусики. Это из мультика «Зомлингс». «Зомлингсы в городе». Что там, Андрюш? Ну-ка, Андрюша уже распаковал один. Вот. Что же там внутри было? Давай посмотрим. Что же там, Андрюша, распаковывать? Так, вот в этом сюрпризике. Вот кто там. Тут маленький зомбик. Это зомби-киска. Давай покажем деткам, что это зомби-киска. Да, Андрюха? Красивый зомби-киска? Да. Ой, я мяу-мяу-мяу. Держи. Что там у нас еще есть? Что у нас еще есть? Показывай. Давай распакуем следующий. Давай, Андрюш, дай мне вот этот пакетик. Давай распакуем его. Да. Давай. Встань вот сюда, остановись здесь, то тебе детки не видят. Мы распаковываем следующий. И здесь у нас... Кто же у нас здесь? Ух ты! Это какой-то супер-мега-ковбой! Смотри, какой классный! Ты видел? Давай покажем пока деткам. Вот такой вкладыш. Это вот все зомбики, их надо собрать. Ого-го, Андрюш, сколько нам придется с тобой зомбиков собирать. Да? Вот какой красивый вкладыш. Ну-ка, покажи, что там попалось. Оу, смотрите, какой... Зомби приколист в шляпе. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Да, Андрюха, классный зомбик попался нам. Вот, у нас уже два таких зомбика. Так, поставим сюда. Сюда. Давай распакуем красненький. Мам, давай. Что ты делаешь? Вот такой вот красненький. Сейчас мы его распакуем. Вот, распаковали красненький. Брум-брум-брум! Едет красненький к нам, Андрюха! Красные зомбики едут! Чип. Открываем! Вау! Еще два! Вот такие вот здесь пакетики. И опять же вкладыш, который мы уже видели. Держи! Давай откроем пакетики и покажем, что же там. Зомбики, зомбики. Ой, какой прикольный, это какой-то слон, что ли, не пойму. Слон или рыба, Андрюш, кто это? Слон. Это слон? Классный, да? Ой, а это кто? Смотрите, какое чудо в шапочке. Бим-бим-бим. Ты видел, какое чудо в шапочке? Давай слоника посмотрим. Как вы думаете, кто это такой? Куинь-куинь-куинь. Гляньте, у него еще чупики есть. И нос есть. Это точно клыки? Точно это слон какой-то? Да? Это слоник, наверное, Андрюш. Слон, да? Слона, ты зовешь слона в море? И это тоже в шапочке. Вообще приколист такой. Да? Ну что, Андрюш, мы уже открыли два автобуса. У нас еще один остался. Желтенький. Ла-ла-ла. Ну что, откроем желтенький? Давай еще желтенький откроем. Ставь сюда слоника. Вот он наш еще желтенький автобусик. Там вон они, там сидят. Угу, ждут нас, пока мы их откроем. Та-чан! Андрюша, еще два пакетика. Еще два зомбика. Закрываем. Андрюш, давай еще два зомбика откроем. Так, 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 так. Ух ты, это зомбик-утка. Дай покажу деткам зомбик-утку. На другой открывай. На вот этот открывай. Это зомби-утка. Смотрите, какой классный клювик. Даже в кепочке. Лапочки. Ой, какой. Кря-кря-кря, кря-кря-кря. Я зомби-утка, я зомби-утка. Давай откроем, давай я тебе помогу.
А где наш слон? Вот он, слоник. А где пакетик? Неси пакетик, Андрюш. Вот он, пакетик. Давай, откроем. Кто тебе понравился, Чики? Утка. Утка понравилась? А у нас еще, смотрите, такой пират есть. Классный пират. Дай, подожди, я деткам покажу. Смотрите, у него, вон, рука-палка, да? Одна есть, другой нету. И его шапочка, одноглазый такой почти. Пим-пим-пим. Смотри, Андрюш, пиратик какой, посмотри. Классный? Вот такие вот классные зомбики нам сегодня попались, правда? Вообще супер! Теперь мы с Андрюхой будем собирать целую коллекцию. Да, классно! Андрюш, иди сюда! Тебе понравилась наша коллекция зомбиков? Андрюша решил их палочками. Андрюш, тебе понравилась наша коллекция зомбиков? Будем еще собирать? Пока-пока. Пока-пока, детки. Спасибо, что были с нами и смотрите наш канал. Конечно же, не забывайте подписываться и ставить нам лайки. Пока!